We listen the voices under the trash, and we know the couple of people inside. Проснулся от взрыва. Сначала не понял, думал, как обычно, прилеты, отлеты. Но потом мне позвонили, сказали, что у нас пожары тут, попали в наш дом. Выбежал в тамбур, точнее на личную площадку, пыль стояла неимоверно, ну в общем ужас был. Ну, быстро собрал свой тревожный чемоданчик и побежал на выход в подвал. Пока мы там чуть-чуть сами могли раскапываться, но привалило на ноги сильно. Ну, прибыли быстро, все копали быстро, что все у них техника была, там зажимы, разжимы. Ну, где-то час мы провели под завалом. Це була реактивна система залпового вогню, ураган, начинений касетним бойовим елементом, касетами, який, і на жаль, і на щастя, що він не розкрився, а просто ударився об кришу і спрацював одним вибухом на криші.